Здравствуйте, с вами Евгений Панасенков. Я очень рад, что телеканал «Москва. Доверие» начинает эту кинонеделю с таким прекрасным мифом, как Одри Хепберн. Ведь далеко не всем, даже талантливым и известным персонажам, удается стать эстетическим символом, создать свою собственную легенду. И сегодня мы с вами обратимся к фильму «Шарада», ироническому триллеру Стэнли Донна, снятому в 1963 году. Этот режиссер прославился прежде всего как мастер-постановщик комедийных мюзиклов, ну, таких как «Поющие под дождем», «Семь невест для семи братьев» и «Увольнение в город». В итоге даже триллер у него получился, я бы сказал, весьма легкомысленного свойства. Но это и хорошо. А фабула картины такова. Реджина Лэмперт молода и красива, однако не вполне счастлива в браке и планирует развестись. Вернувшись с курорта в Париж, где она работает переводчицей и синхронисткой в ЮНЕСКО, героиня Хепберн узнает, что ее муж убит, причем за некоторое время до этого. До гибели он продал все их имущество на сумму 250 тысяч долларов. Сотрудник американского посольства Бартоломью, его играет Уолтер Мэттоу, рассказывает Реджине свои подозрения. Оказывается, бывшие сослуживцы ее мужа претендуют на эти деньги, которые они присвоили себе еще во время войны. Таким образом, главная героиня оказывается в опасности. И здесь она прибегает к помощи Питера Джошуа, мужчины, приятеля, с которым познакомилась на курорте. Следует сказать, что эту роль играет еще одна знаменитость классического Голливуда – Кэри Грант. И в этой связи, дорогие друзья, я должен поделиться с вами своими глубоко личными переживаниями. Буквально на днях мы наблюдали трансляцию вручения очередной партии «Оскаров». Но зрелище это с каждым годом вызывает у меня все более и более печальные чувства. Но нет там уже тех образов, тех лиц, тех биографий, которыми когда-то славилась «Фабрика звезд», «Фабрика грез». И вместо Одри Хепберн, вместо Кэри Гранта нам показывают что-то совершенно невразумительное. Я вообще не понимаю, где их набрали. Большинство сегодняшних так называемых звезд нельзя даже напечатать на сувенирной продукции, ибо, пользуясь остротой Довлатова, их физиономии заурядны, как бельевая пуговица. Но, однако, я не стану продолжать эту невеселую тему. Лучше мы с вами сегодня вновь вместе вспомним Кэри Гранта и Одри Хепберн в 21:20 на телеканале «Москва. Доверие». Здравствуйте, с вами Евгений Панасенков. Мы продолжаем кинопоказ с участием неповторимой Одри Хепберн. Сегодня эта актриса уже неотъемлемая часть нашей образной символической системы. Ее стиль и обаяние, слагаемые хорошего настроения зрителя в самых разных странах. Фильм «How to Steal a Million» – «Как украсть миллион» – один из самых моих любимых. И, конечно, его сюжет многим из вас уже хорошо и давно известен. Но я все же в двух словах напомню фабулу. Эксцентричный художник-любитель Шарль Бонне пишет подделки под знаменитых импрессионистов и выдает их за оригиналы на аукционе. А хранящуюся в доме Бонне семейную ценность – работы отца Шарля Бонне, которому позировала его жена, статуэтку «Обнаженной Венеры», которую выдают за творение знаменитого итальянского скульптора Челлини, предложено экспонировать в музее. Несмотря на предостережение дочери, Николь, Бонне соглашается предоставить статуэтку на выставку. Однако он не подумал о неминуемой экспертизе. В итоге Николь приходится срочно спасать честь семьи, и для этого она обращается к мнимому профессиональному грабителю Саймону Дермоту, которого блистательно играет выдающийся британский актер, стройный и голубоглазый Питер О'Тул. Стоит отметить, что костюмы Одри Хепберн создал знаменитый модельер граф Гюбер Живанши, а украшение главной героини предоставил ювелирный дом Картье. Натурой для музея Клебер-Лафайет, по всей видимости, как я предполагаю, послужил художественный музей Жакмар-Андре, расположенный в 8-м арондисмане, 8-м округе Парижа, неподалеку от Елисейских полей.
За 100 тысяч долларов художник-постановщик Александр Траунер собрал коллекцию поддельных полотен Рубенса, Моне, Сезанна и других, в общем, тех художников, которые видны на втором плане во время кадров картины. А еще за 50 тысяч долларов он закупил для них старые, так сказать, аутентичные рамы. Замечу, что на самом деле золотых дел мастер Бенвенуто Челлини никогда не работал с мрамором. Сегодня фильмы 60-х, 70-х годов прошлого века важно смотреть еще и как эстетическое лекарство. Например, тот Париж, который город выдающегося стиля и элегантности, уже потерян. Его сгубили разного рода леваки и превратно понятая политкорректность. Поэтому я вам очень советую сегодня вечером вновь посмотреть фильм «Как украсть миллион» на телеканале «Москва. Доверие».